Друзья, наш источник сообщает нам о том, что рано утром в российском шоу-бизнесе появилась очень трагическая новость. Речь пойдет о весьма известной советской российской певице Маргарите Суханкиной. Нам сообщают о том, что рано утром Маргарита Суханкина была найдена недалеко от своего дома в парковой зоне на скамейке без сознания. Ее обнаружил дворник, который вызвал бригаду скорой помощи. Сейчас Маргарита Суханкина находится в больнице, ее состояние крайне тяжелое, об этом сообщают сотрудники медицинского учреждения. Что произошло с Маргаритой Суханкиной, пока неизвестно, но и родственники сообщают о том, что каждое утро певица прогуливалась в парке. Будем надеяться, что все будет хорошо, друзья. Поддержите наш канал подпиской, поставьте лайки, нажмите на колокольчик. Ведь только так вы получите возможность каждое утро смотреть выпуски на нашем YouTube-канале. Берегите себя, своих родных и близких, друзья.